С вами Костя, я Габрико, давно меня не было, я не был настроения снимать и как-то не особо ничего было снимать. Решил тут делать нифига заснять видос. Пожалуйста, не выходите с видео, в конце буду открывать кейс. Потому что делать все равно нечего, и тут вышел Battle Pass. Итак, вот я зашел в катку уже. Ой-ой, что-то пролагивает из-за того, что, наверное, тут... я что, сбросил оружие? Что я винту не подобрал? То это было бы фиаско. Вечер в хату. Второй раз меня убивает уже, бесит. Давай, умирай, братан, уходи. Чё я творю? Давай. Доигрывайте быстрее. А мне ничего не хватает. Спасибо, игра. Я еще без разминки вообще ничего не узнала. Опа. Чап-ча-рап-ча-рап-ча-ча. Шадам. Вы это тоже заметили? Шадам. Минус я. Спасибо, игра. Мы, короче, как обычно, просрали. В принципе, ничего не удивительного. Сейчас будем гасить этих сопляков. Уф. Я просто не буду комментировать. Давай, Паша, понаблюдаем, как этот якобы маршмеллоу сейчас играет. Давай, затащи, давай, закамбэч. Давай, гаси, косы. В принципе, ничего удивительного. Надо М4 покупать. Вот, М4. Надо два раза в голову. Блин! Почему? Короче, пошлите в другой режим, я не могу в это играть. Ладно, пофиг, давайте играем тут 3 раунда осталось. Крутой никнейм дал, боящий. Давай, плиз, быстрее, давай тут простирай по-братски. Сейчас фастом, побежим. Спасибо, тиммейты, мба, тиммейты. Реально. Спасибо за флешечку, которая прилетела чуть ли не прям в глаза.
Пожалуйста, скажите мне, как он меня убил в той шкуре. Пожалуйста. Без комментариев. Наушники. Все, короче. Ай-яй-яй, слепо. Да вы надоели, хватит кидать, как будто кого-то слепите, а меня вы никого не слепили. А, молодцы. Короче, пацаны, забейте, все. Я играть не умею, все. Будем завтра, в следующий ролик, пожалуйста. А, то челик, короче, решил зайти, типа, за нас и покомбэчить, я понимаю. Короче, надеюсь, я не пострадаю. Алкоголь, фу, сигареты, фу. Надеюсь, я не пострадаю. Опа, зачем я это сделал? Фиг его знает. Потому что я... Курбе. На! Попал. Уйди. А! В смысле, хэточка же был? А почему ему записала? Тут же это его штикер. Да вы вообще офигел, стандов. Край уже, бать. Да, его нокнули. Спасибо, игра. Ты ман какой жесткий, братанчик. Да ты вообще жесткий из жестких. Зачем я купил флешку? Я не знаю. Ну, я надеюсь, я закину ее хорошо. Шух. Не знаю, зачем я это сделал, но мне захотелось тут. Все равно я никого, мне кажется, не ослеплю. Сейчас кого-то в крысу обойду, чекайте, пацаны. Вот идет голубчик. На, мессора. Голубчик такой идет. Опа. АКРшик. Хотя нафига нам АКРшик. Когда есть М4. Опачки. Чекайте. Опа. Так. Опа. Ах ты, петух! Еще это не я сказал. Понимаю. Кто же, интересно, выиграет? 1-3. Кто же выиграет? В принципе, как я, новый Сися вообще, который не играл уже месяц в стандов, и зато что вышло обновление. В принципе, пойдет. Я типа сейчас не удивлюсь, если мне ничего не дает, но типа это будет логично. Целых 3, прикиньте. Еман. Ух, какая тут топовая заставочка. На превышечку такая полетит. Тут
Короче, не выходите пока с этого с видео. Подождите, сейчас, короче, будем открывать кейсик. Вот так, всем салам алейкум. Вот, короче, я уже это самое. Ну, короче, вот, 100 голды. То есть 100 серебра, точнее, фуй. Купите, задонатьте мне. Вот, если что, мой иди. Ладно, шучу. Смотрите, пацаны. Кто купит у меня? Тот красавчик Ди. Ну, короче, если кто-то хочет, можете купить, типа, мне как-то без разницы. Если хотите, купите. Типа, будет спасибо, я потом следующий... Кстати, смотрите, кто, короче, купит, я в следующем ролике покажу в истории, короче, и в истории, типа, я вам покажу то, что вот покупил я, хорошо? Типа, я вот сейчас зайду, рынок, истории и покупки. Точнее, не покупки, а продажи, вот продажи. По, типа, мед столько, сколько-то ли человек продал. Ну, понятно? Кстати, видите, да, это, короче, я только, короче, другу подарю такой этот... С наклеечкой такой подаю калаш, карбончик. Кайфово, в принципе, калаш. Ну, она, в принципе, не пофиг, я могу таких много еще найти. Давайте Давайте Риву, короче. Давайте смотрим. Да, давайте Риву. Ну все, короче, пацаны, я разворачиваюсь, короче. Тыкаю. Раз, два, три. Все полетело. Я по наушникам слышу, когда она становится. Хеман! Я такой всегда мечтал, Хеман! Тут я тупо сходил с ума, так что всем пока.